сю-сю-сю. И в доме лесникая ночлега попросил, с улыбкой добродушный старик меня пустил, и в доме дружелюбно на ужин пригласил. Пусть как дома путник, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Эй! Множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. На улице темнело, сидел я за столом. Старик сидел напротив и болтал о том о сём, что нет среди животных у старика врагов, что нравится ему подкармливать волков. Эй, быть как дома путаник, я ни в чём не откажу. Расскажу, коль желаешь, расскажу. И волки среди ночи завыли под окном. Старик заулыбался и вдруг покинул дом, но вскоре возвратился с ружьем наперевес. Друзья хотят покушать, пойдем, приятель, в лес. Пусть как дома путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй! Множество историй, расскажу, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу. Конечно, страшная история. Не позавидуешь этому человеку. Зато, вот прикиньте, вот старикан берет и дружит с волками. Офигеть. Офигеть. А если они проголодаются сильнее обычно и сожрут старикана? Всех жалко, боже, всех жалко. Только не волков. Главное, что волки сыты. Овцы целы.